всем здорово, всем привет, с вами Флоксер, и сегодня в этом ролике я покажу всех ютуберов Real World. Прям всех, которые сейчас снимают. Ну, кстати, кого я пропустил, напишите в комментариях. А также напоминаю то, что на 1000 подписчиков будет розыгрыш доната Dragon. Ну, а я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита. Кто сейчас кушает? Ну, мы начинаем. Итак, я на сайте Real World, и вы, наверное, задаетесь вопросом. Что же я тут делаю? Думаете, я буду покупать себе донатик? Не. Я сейчас буду переходить на форум. Нужно нажать вот сюда и на форум. Итак, для чего зашел? Для того, чтобы показать всех ютуберов. Нажимаем YouTube, информационный раздел, никнеймы ютуберов сервера. И вот здесь вот мы можем видеть, ой, как много ютуберов. Сразу говорю, красный список — это доверенные ютуберы. Белый список — это не очень доверенные, так сказать. Но если вы хотите, чтобы я сюда попал, напоминаю то, что надо подписаться. Ну что же, начнем с самого низа. Видим вот такой вот ник. Копируем ее. И переходим уже в ютубик. И видим стопи. Итак. Я сразу даю оценочку. От 1 до 10. Вот. Сначала оцениваем дизайн. Первое, что я могу сказать. За дизайн даю 5 баллов. То есть 5 из 5. Потому что ну реально мне нравится. Шапка прям имбища, стопи. Прям от меня лайк. Итак, стопи как минимум 5 баллов. Второе, ролики. Я немножко посмотрел и оценил примерно на троечку. То есть 3 из 5. У него 8 баллов, это уже много. Продолжаем, переходим на форум. Копируем уже Люксика. Оп. Переходим. Новое видео. И, кстати, да, я уже смотрела немножко у него роликов. Сразу оценим дизайн. Реально прикольный, но, по-моему, что-то тут не хватает, так сказать. И как минимум 4 балла. Ну а ролики я оцениваю также на 4 балла. Итого у него 8 баллов. И приходим к макароночке. Макароночка просто по-флотски. Обожаю. Сигма. Переходим. И видим. Ну не, за оформление, особенно за шапку. Ну, извините, обязан просто. Не могу. Сами же будете бить. Обязательно 5 баллов за оформление, просто имба. Конечно, я шучу. Четверочка. Ну что, я посмотрел ролички. И могу сразу сказать, не такие средневатые. Поэтому я ставлю шестерочку за общую оценку. Итак, так себе Ярика я промолчу. Все мы его прекрасно знаем. Я сразу... Оп. Ой, извиняюсь. Ошибся, семерочка. Итак. Девяточка. Сразу просто. Я знаю этого пупсика просто. Итак. А следующий у нас всеми любимый, всеми прекрасный Гагарна. Что я могу про него сказать? Ну, давайте скопируем. Все мы его знаем. Оп, 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 оп. Ну и что видим мы? Гагарна, видосики и очень прикольные. Оформление бомба-пушечка. Ава просто имбулька, имбища. Приходим и сразу
Ты чё? О. И сразу просто девяточку сходу. Просто Гагарина One Love. Переходим к следующему ютуберу. Это Ренни. Копируем. Ctrl-C, Ctrl-V. Ренни. И он, да. Он играет. Хорошо. Что мы видим? Прикольная ава, конечно, она и там, и там одинаковая. Но за оформление... Прикольная ава, но за оформление, да, минус вайбик на самом деле. Мне, честно, не нравится вот эта мультяшная штучка. Поэтому троечка. А видосики я сейчас посмотрю. Ну, я посмотрела ролики. И что я могу сказать? Ну, такие не очень, конечно, монтажик. Поэтому семерочку. Видим Незер Плея. Это мой пупсик, просто One Love. Тоже. Даже можете посмотреть. У меня, если не ошибаюсь, каждый его ролик просмотрен. Да. Просто имбулька. Бомба-пушка. Оформление. Понимаем. Прикольненько, особенно ава, просто имбулька. Ну и видосики, я, конечно, знаю то, что это прям имбища полная. Я ему поставлю 10 баллов. Ну а следующий ютубер это Бэфчик. Иди-ка сюда. Поисковичок. И вставляем. Поиск. Чё? Бэф? Что такое? Мой Бэф. Ну это будешь грузиться. У меня тоже просмотрены многие его видео. Ну, что я могу сказать? Оформление имбулька. Видео тоже имбулька. Просто как и Another Playчик. Делаем подарочек. Десяточка. Ну, а, ребята, это даже не следующий, это самый последний. И мы все его знаем. Внимание! Священный! Мистер Зенни! Ладно, конечно, это не тот мистер Зенни. Переходим. И имбулька красивое число у него подписчиков. 888 тысяч. Я многие его ролики смотрел. И что же, это же Зенни наш, пупсик мой, просто. Конечно же, 10. Ну, вот такие у нас результаты. Как мы видим. Стопи 8, Люксик 8, Треск 5, Макароночка 6, Нел 7, Ярик 9, Гагарна 9, Ренни 7, Незер 10, Бэф 10, Мистер Зенни 10. Огромное спасибо тебе за просмотр данного видеоролика. Я надеюсь, он тебе понравился, и ты поставил лайк и подписался. Ну, а также я напоминаю, что стоит подписаться на мой телеграм-канал. И там много информации обо мне. Но я не буду тянуть. Я с вами прощаюсь. И всем пока.